Всем привет-привет, с вами Флешка, и это Женские игры, и мы продолжаем развлекаться на карте Project Ozone 2. Как и обещала, я сделала семечку Fluix Seed, вот, и у меня здесь уже копится, видите? Господи, у меня здесь все копится. Эти лилии работают просто великолепно. Если я еще и пендант надеваю вот этот на рост, это безумие какое-то творится. Других слов у меня нету, просто безумие. Вот больше флуикса, богу флуикса. Так что что? Так что мы продолжаем создание нашей штуковины, мега-штуковины. И на чем мы остановились в предыдущей серии, это, собственно, вот этих спейшл компонентах. Я посчитала, что первых надо 32, точно. Вот, 32 штучки, замечательно. Значит, вот этих надо 8. И вот этих две, как в аптеке, просто как в аптеке. И последнее, что нам осталось, это, собственно, террасталь и элементальная сталь. И это даже не сложно, потому что у нас все на это есть. Значит, ляпис у нас есть даже в блоках, нам понадобится всего лишь 3 штучки. Если я не ошибаюсь и ничего не изменено в ботании. Ботания. И где же наша пластина? Я никогда не могу ее найти. Она такая тоненькая, плоская. И вообще, как ее в этом буйстве красок? Нет, только по названию. Plate. Итак, вот наша plate. Красавица. Как я и думала, просто ляпис. Блок моностали. У нас должен быть блок моностали и все руны первого порядка. Это, собственно, огонь, вода, земля, воздух и мана. Отлично. О, я здесь еще блоки этого делала. Итак, plate. Готово. Надо посмотреть, есть ли у нас задание на эти ботанические штуковины. Мне кажется, что должно быть. Я что-то выполнила. А, вот что выполнила. Мы тогда не забрали. Потом заберем. У нас сейчас другое задание. Ага, у нас вот это откроется чуть-чуть попозже. А вот оно. Вот оно. Значит, нам надо 4 блока ляписа. Да. Еще немножко ляписа. Чтобы саму конструкцию собрать. Раз, два, три, четыре. И также мне понадобятся спарки. Спарки у нас делаются из золота, из blaze powder. И, конечно же, лепесточков. Где я эту всю структуру размещу? Скорее всего, вот здесь где-то. Потому что у меня здесь достаточно много маны. Вот. И я буду пользоваться маной из этих монопулов. Тем более, что нам в награду... Нет, нам не в награду. Или давали в награду. В общем, у меня есть таблетки маны. Я помню, я некоторые наполняла из своих монопулов, потому что у меня скапливалось достаточно много. А вроде бы что-то давали в награду. Ну, в общем, у меня их много. Достаточно много, чтобы пользоваться для создания террастали. На семечку, конечно, надо 4 блока. 4 блока это вам не хухры-мухры. Это 36 террастали. И это реально много. Реально много. Так, обычно я делаю Open Create. Давайте его сделаем. У нас есть Linkwood. Не выпрыгивай из меня. Я сделаю даже сразу несколько Open Create, потому что я ими часто пользуюсь. И также в компанию к Open Create мне понадобится хоппер хоть какой-то. И, конечно, отключать магнит. Ух ты, у нас нету хопперов. Ну, давайте сделаем. И вот так вот. Open Crate. И в него хоппер. Никаких премудростей, ничего. У нас здесь ничего не заспавнится, так что и освещать не надо. И теперь можно подачу энергии магической нашей сюда организовать. Лепесточек, лепесточек. Blaze, blaze. Точно. Мне всего спарк, ну, можно сделать вот 16 штучек. Я думаю, что больше точно не понадобится.
И соединим наши монопулы, которые в основной своей массе будут работать с этой пластиной. Замечательно. Замечательно. Что осталось сделать? Осталось закинуть туда у нас моносталь, моноперлы и алмазики, монодаймонды. Так, я отключила. Сколько у нас заданий просят? У нас заданий просят 4. Почему 4, я не могу понять. Хм. Странно, странно, почему именно 4, если на все про все там достаточно 2 ингота. Хм. Ну, посмотрим. Итак, закидываем по одной штучке и отходим на всякий пожарный, потому что если вы на каком-то моменте втянете эти ингредиенты в себя, то манна, которая уже в них впиталась, она просто уйдет впустую. Вот. Поэтому будьте осторожны, близко не подходите. Мне кажется, с первого выжирает или с всех равномерно? Из всех равномерно жрет. У меня здесь было точно 2 по половине и 1 полный. Это ровно на 4 слиточка. Каждая таблетка – это еще 1 слиток, потому что в таблетке вмещается пол монопула. То есть, грубо говоря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мало-мало, если учитывать то, что мне надо 36 террастали. Так, последний забег для задания. Хм. Я вот размышляю, сколько же нам надо на философский камень. Там 3-3 это 6, нам надо 20. Нам надо 12. Не, ну в принципе с 12 я справляюсь. С 12 я справляюсь, да. Дальше от нас что просят? А здесь были спарки? Нет. Здесь не было спарок в задании. Дальше нас просят сделать еще монопол и всяческие коры и так далее. Давайте посмотрим, как это делается. Во-первых, мне понадобятся еще пилоны. Господи, как вы называетесь? Пилон через Y. Через Y. Хорошо. Пилоны. Точно. Нам понадобится еще 2 синеньких, которые мы превратим в зелененькие. И сюда уже нужны эндерглазики. Так. Нам всего лишь 2 понадобится. Это скинем в систему. И 1 террастальный слиток надо будет разложить на наггеты. Вот. И последние 3 наггета уйдут на кор. Кор делается очень просто. Living Wood и посерединке наггеты. Вот, на портал Вельфхейм уходит всего лишь 1 слиточек террастали. А вот на наш философский камень нам надо 12. Ну и портал нам тоже нужен. И также нам нужен Glowstone. 3 штучечки. Glowstone. 1, 2, 3. Всего лишь 3 светящиеся фиговины. Оу, я разложила очень много ливингвуда. Бывает. Будем его пускать на Open Create. Возьму нормального ливингвуда. И можно воспользоваться книжечкой. Теперь вот эта функция визуализации очень и очень удобная на самом-то деле. Значит, Альфхейм. Альфхейм нам рассказывает про наш портал. И наводимся, куда нам удобно, и ПКМ. Вот, все, оно прилепилось, можно сказать, к локации. И его можно, конечно, отключить, то есть отменить визуализацию. Но лучше с ней, потому что так нагляднее. Нам понадобится 2 монопула. 1, 2. Их хорошо было бы наполнить. Сначала. Я, наверное, сначала их наполню. Где моя палочка? Выручалочка. Моя палочка. Наполню по половинке. Там больше не надо, чтобы сделать наше дело. Итак, переключаем. Нет, все-таки таблетка в монопул. У меня сейчас выключены магниты.
А, я совсем забыла. Чё я заморачиваюсь? У нас же Блэк Лотусов дофигища. Ой, флешка. Смотрите, у нас Блэк Лотусов просто тьма тьмущая. Пошли сюда. Пошли сюда. Я даже их экономить не буду. О, мы можем сделать всю террасталинку, которую нам надо. Вот 3, 4, 5. 5. Это еще не очень полный. 6. Ну, хорошо. 7. Давайте в этот тоже сразу 7 закинем. Хотя сюда меньше напиталось. Вот. Ну, вы видите. Никаких усилий. Спасибо тебе, мобоферма. Спасибо вам, сумочки с лутом. Отлично. И достраиваем наш портал. Ой, знаете, что бы я хотела сделать? Я бы хотела еще здесь эльфийского стекла местами ткнуть. Мне очень нравится, как оно выглядит. Вот здесь у меня есть манны. И оно светится. Оно такое прикольное. Оно светящееся и очень, очень крутое. Я сделаю просто как бы стенку за моим порталом, чтобы у меня ничего насквозь не пролетало. И вот так вот. И блоки портала я смогу поставить на стекло. И оно практически невидимое, такое невесомое, прекрасное. Я от него тащусь. Я не могу вам передать, насколько оно мне нравится. И вот теперь можно спокойно расставить блоки туда, куда нужно. Хотя, в принципе, по поводу освещения, вот эти блоки Glimmering Living Wood, он тоже светится. Он так не очень светится, но достаточно, чтобы освещать вот эту территорию. И ПКМ. Эй, почему ты не ПКМ-ишься? Я же все сделала правильно. Неужели флешка где-то налажала? Странно. Да, я таки налажала. Я вместо Ливингвуда взяла Ливингвуд планки. Ну, слишком они похожие. Ей! И первым делом, не забываем, нам туда надо фигачнуть книжку. Иди сюда. Отлично, отлично, мы это сделали. Мы, кстати, можем здесь забрать награду. У нас есть еще следующее задание. Нам предлагают всяческие вот эти мана-радости забумбурить в наш портал, поделиться с эльфами. Я, наверное, возьму стек Ливингвуда. Немножечко стекла туда заброшу, конечно же. И, наверное, вот то, что я в руках держу, то и превратим. Во-первых, вот этой элементальной железки нам понадобится много. А нельзя все сразу кидать? О! Оно все, что там оставалось, короче, не делайте так, как я, потому что оно все, что оставалось, оставили себе, короче. Давай. Мы сейчас сделаем много этой элементальной штуковины, потому что у меня есть в блоках прям. Оно нам пригодится во множестве крафтов. Здесь даже крафт End of Flame, он изменен, он использует вот этот Pixie Dust. Но учитывая, что у нас есть просто бесконечное количество этих Блэк Лотусов, я не вижу в этом никакой проблемы. Так, 32 блока. А, ты только уполовиниваешь. Все понятно, никаких претензий. Уполовиниваешь, так уполовиниваешь. И теперь я займусь тем, что сделаю себе много-много террастали. Вот, по крайней мере, столько, чтобы мне хватило на наш философский камень. Итак, последний кусочек террастали. Отлично, 12 штучек. И также давайте возьмем отсюда 12 штучек вот этой радости. Вот как-то так. Ох, как это волнительно. Ох, как это волнительно. И что же нас ждет? Надо бы оставить все эти прибабахи там. Так, философский камень. Я же не ошибаюсь. Да. 6, 12. Значит, по внешнему кольцу у нас идет элементальная. А по внутреннему террасталишка, смотрите, мы это сделали. Мы это сделали. Как это круто. Просто невероятно. Давайте заберем его. Давайте заберем его.
Аллилуйя. Как-то так говорится. И к чему я стремилась? Я стремилась к сундучку Project E. Собственно, вот этот Energy Condenser, то, чего я очень и очень хочу. Начать, наверное, стоит с алхимического сундука. На него нужны вот эти Love Condense. Она делается вот так вот, да? Если вот так вот сделать. Окей. Следующее делается из этого. Я зря столько сделала, я поняла. И последнее из алмазов и угля. Нам не жалко. И, в принципе, все. У меня нет сундуков, вы себе представляете? Вот все остальные ресурсы у меня хоть отбавляй, а сундуков нет. У меня кончилась древесина, но ничего. Как только мы заполучим этот сундучок, у нас будет всего и очень много. Алхимический сундук, спасибо. И теперь на эту радость нам надо 4 темной материи. Вот как-то так. Я даже не знаю, поскольку стеков этого делать. Нам надо 4 темные материи. Но алмазы у меня есть. А вот этого надо много. Очень много. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, давайте начнем с этой радости. И я думаю, что стоит полный инвентарь сделать. Что-то он долго думает. Долго размышляет. Извини, уголь. Такова твоя судьба. Ничего личного. Теперь весь этот уголь мы переводим в это. Да? Сбрасываем. Теперь его в беленький. Сколько получилось? Блин, мало получилось, я вам скажу. Вот, и теперь этот беленький мы переводим в темную материю. У нас получилось ровно 4 штучки. Но этого мало, потому что на следующие нам надо еще 4 красных, то есть нам надо 12. Мне надо перевести весь свой уголь в это все. Кажется, этого должно хватить, значит, мне надо... Ой, пожалуйста, не так. Не надо так со мной поступать. Мне надо 10, мне надо 12. 12 этой радости возвращаем туда. И теперь с этим Aternalis Fuel и Dark Matter мы делаем 1, 2, 3, 4. Ей! И та-да-да-дам! Ребята, это невероятно круто, потому что это круто. Просто я даже не буду объяснять, почему это круто. Я его поставлю вот здесь. И я теперь могу копировать абсолютно все, что имеет EMC, за цену того, что тоже имеет EMC, я даже не знаю, вот просто всякого-всякого наберу и, например, скажу, что я там, что я хочу Nether Star, хотя у меня уже есть Nether Star, вот так вот возьмем Nether Star, мы скажем, что мы хотим Nether Star, я верну его сюда, и я буду сюда в сундучок скармливать все, что у меня есть лишнее, например, там, я не знаю, у меня есть много лома, который падает из монстров, такого, как там, броня золотая или еще что-то. И это все перерабатывается, и мне сделают незерстаринку, ну, согласитесь, не круто ли это? Это просто великолепно. Я в полнейшем восторге. Вот теперь-то мы заживем. Вот теперь мы посмотрим, кто тут главный. Так, я немножечко приду в чувство и сейчас придумаем, что будем... А, мы же дальше хотели делать копалку. Да, нам нужна копалка из механизмов. Точно, точно. И это у нас в разделе Epsilon. Это у нас в разделе Epsilon находится, и нам предлагают сначала сделать комбайнер, а потом у нас откроется задание на эту штуковину. Давайте так и сделаем. Сделаем для начала комбайнер. Комбайнер простой из механизмов. У нас все на это есть. Отлично, у нас были последние конденсаторы. Замечательно, заберем награду. Я, наверное, его где-то там наверху поставлю. Возможно, он нам пригодится. Я совсем не помню, что он делает. Дружочек, что ты делаешь? Я не помню, что ты делаешь. И нам еще предлагали сделать, знаете что? Нам еще предлагали здесь сделать Refined Obsidian. Он... Так я уже делала, нет? Я уже делала Refined Obsidian.
почему вы меня путаете? А, я потом взяла и его весь сплюснула. Весь сплюснула в пластины. А ну посмотрим. Refined нету. Давайте тогда обсидиан. У меня совсем чуть-чуть пыльки. Так, давайте возьмем обсидиан. Мы его пульверознем быстренько. Так, здесь оно будет пульверазиться и сразу плавится. Кто быстрее? А нет, не будет плавиться, оно не идет в печку. Отлично. Мне нужен еще один пульверизатор. Этот у меня как бы зациклен на переработку руды всяческой. А мне нужен какой-то попроще, чтобы делал только то, что я хочу в данный момент. И мне нужна, кажется, только одна пылька. Да? У тебя какой рецепт? А, это потом обогатить осмиумом. Хорошо, давайте возьмем осмиум. Вот он у меня прямо здесь на виду лежит. Практически из палок и грязи у нас получилась незерстаринка. Ну не круто ли это? Это очень круто, как по мне. Вот здесь мы брали вот так вот осмиум. Страшные звуки. Как будто кто-то рычит. Или едет какая-то старая телега. Ей! Все, задание выполнено. Замечательно. Я надеюсь, что нам не понадобится этот осмиум в крафте нашего диджитал майнера. А теперь займемся диджитал майнером, и я знаю, что там все непросто. Я вот знаю, что там такая многоходовочка, что вами не снилось. Но теперь у нас есть вот эта штуковина, и я думаю, что все пройдет очень-очень гладко. Вот что нам надо. Казалось бы. Начнем, наверное, с чего-то попроще. Сделаем вот эти logistical сортеры. Вот, их надо две штуки. Все. Я даже могу воспользоваться вот этим окошечком, чтобы здесь потихонечку выкладывать. Да? Дальше нам понадобятся вот такие какие-то штуковины. Что это? Это teleportation core. Я даже их могу сделать. Потому что я наделала кучу Atomic LF. Спасибо. Спасибо тебе, моя предусмотрительность и любитель в стеке. Дальше нам понадобится вот такой вот робот. Флешка накаркала. Refined Obsidian. Мне нужен еще буквально один такой слиточек. Засунем его сюда. И еще засунем, потому что есть. И что еще нам на этого робота надо? Нам нужны вот такие вот батарейки. Вот так вот, батарейка. Это вроде бы есть. Вот этого точно нету. Сундучок. И что там наш обсидиан говорит? Говорит, здрасте, я готов, заберите меня отсюда. И давайте соберем нашего робота. Не-не-не, уйди. Shift кликнуть можно? Ей, ничего не сломалось. Так, робот готов. Отлично. Теперь смотрим на вот эту многоходовочку сверху. Сверху вообще великолепная штуковина. Начнем, наверное, с Dimensional Transceiver, чтобы вам хорошо было. Так, вот эти штуки я могу сделать, потому что я запаслась темной сталью. Потому что коробочку я хотела делать для визора из темной стали. А потом как-то резко передумала. Так что она нам пригодится. Так, 4 штуки. Также нам понадобится Enlightened Fused Quartz. Окей. Нам нужен кварц и глоустоун. Кварц и глоустоун. Я думаю, что они споются вместе. Вот так вот. Да, и оно что-то делает. Ой, оно сразу по многу его делает. Эй, это у нас фьюзд кварц. А вот это уже Enlightened, а его по одному делает. Ах ты ж капризинка маленькая. И сколько нам надо такого стекла? Нам надо 2 штучки. Хорошо, также нам нужен Octatic Capacitor. Я, скорее всего, откуда-то его достану. Double layered. Черт. Разве у меня нету Octatic Capacitor'ов? Octatic Capacitor. Хорошо. Пойдем по другому пути. У Vibrant Capacitor есть EMC? У Vibrant Capacitor есть EMC. Поэтому что я сделаю? Я возьму Vibrant Capacitor и скажу, что я хочу. Я хочу Vibrant Capacitor. Господи. Расплатимся незерстарами, потому что так быстрее. Так быстрее будет. Сколько он стоит? Он стоит 249, а она 147. Так.
Ей! Мы получили наш Vibrant Capacitor. Этот я, конечно, верну на место. Но у меня всегда есть копия. Хорошо, это есть. Стеколышки есть. Теперь мне нужен октатик. Октатик. У меня нету октатика, но я точно помню, что я его делала. Я просто не могу вспомнить, куда я его засунула. Очень странно. Очень странно. Пойдем другим путем. Возьмем дабл. Вот, дабл у меня есть. Отлично. Как же делается октатик? Октатик делается через Vibrant Alloy и Glowstone. Vibrant Alloy и Glowstone. Блок. Замечательно. Итак. Double, double, vibrant, vibrant. И эта песня. Но это еще не все. У этой штуковины есть EMC. И я не побоюсь этим воспользоваться. Я скажу, что я хочу много больше. Еще больше. Пожалуйста. Еще больше. И еще. Еще. Держите флешку семеро называется. Просто держите флешку семеро. Я же здесь везде поменяю на октатик. Ребят. Но вы же меня знаете. Я не удержусь, потому что это слишком вкусно, чтобы от этого удерживаться. Вот, октатик капаститор у нас есть, и мы, в принципе, можем собрать эту штуковину, да? А, нам еще нужна вот такая страшная голова. Нам нужна страшная голова, это у нас Vibrant Silicon Solarium. Solarium. Vibrant. Силикон. И также Enderman Head. Enderman Head. Такая или такая? Такая, кажется. И все? А Redstone там не надо? Нет? Хм. И мы сделаем такую штучку. Эй, не здесь. Вот здесь она делается. Прям за секундочку. И у нее тоже есть EMC. К слову. Флешка просто не может нарадоваться. Ай-яй-яй. Октатик, вернись. Октатик, вернись, я все прощу. И мы, в принципе, можем уже собрать эту страшную штуку. Только надо запомнить, что где находится. Это по углам. Это в центре. Это вот так вот. Октатик снизу, голова сверху. Прелесть! И мы точно размножим ее, потому что я еще где-то видела, что оно встречается, чтобы потом 10 раз ее не собирать. Мы размножим эту штуку. Она стоит так прилично. Ну, вот как-то так. Вот как-то так. Хорошо, это была первая деталька из этой головоломки. Следующая деталька у нас из механизмов. Ничего нет. Я надеюсь, обсидианчик там доделался. Порадуй меня. О, у тебя есть EMC. Ох ты моя прелесть. Давай, залезай сюда. Итак. Обсидианчик, обсидианчик, это у нас есть, причем две штуки, хорошо. Чего не хватает? Не хватает, во-первых, вот этой телепортационной штуки, и не хватает ультимейт штуковин. Воу, 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 неужели собрали? Да! Квантум Энтангло Портер. Чтобы вам хорошо было с такими названиями. Как вы росли? Как вы росли, придумывая такие слова? Я не понимаю. И также нам понадобится тессеракт. Нам нужен тессеракт фрейм. Ничего на него нету. Hardened Aluminum Glass. Ну, давайте возьмем обсидиан, который у нас вот тут вот наплавился, наделался. Также возьмем люминум. Его у меня просто завались. Вот серьезно, вот в блоках вы можете видеть какое-то количество. И воспользуемся нашей печкой, которая с удовольствием нам это все преобразует в стеколышко. И насчет слага. Я в комментариях ответила на это. Знаете, я нашла самый простой рецепт для этой штуковины. Вот если с конца смотреть, это вот берем, крафтим наковальни, переплавляем их 160%, что вы получите. И железо обратно возвращаете. Потом можно просто по кругу гонять это железо. Это очень круто. Мне показалось, что это очень просто и очень круто.
Также нам надо сделать сюда, в эту рамочку нам нужна батарейка, а сюда нужна вот такая вот штуковина. А в нее нужно вот это и вот это. Окей, матрешка, здравствуй. Здравствуй, матрешка. Усиленная. Теперь эту усиленную надо обмазать электрумом. Есть. Теперь в эту штуку залить редстоуна. Есть. Ох уж эти многоходовочки. А теперь усилить тебе эндериумом. Есть. Теперь обмазать это все светящимся стеклом. Да. И, наверное, взять кондуит. Кондуит жидкостной. Френч. И у меня вот здесь есть бочка с жидким эндериумом. Хотя можно начать с конца. И так. Так. Ты точно то, что мне надо, да? И говорим, что ты экстрактишь. И заполняем эту прекрасную коробочку жидким эндериумом. Есть. И это еще не все. Из этого надо еще сделать тессеракт. Тессеракт. Но самое сладенькое я припасла наконец. Это блок, который у нас выступает, который отвечает у нас, собственно, за карьерность. Это эндерквари. Вот. Вот она прелесть. Значит, нам понадобится, diamond chipset. Диамонт. Есть, я вас точно делала, я помню. Что еще нам понадобится? Нам понадобится инфьюзнутый обсидиан. Сколько нам его надо будет здесь? Нет, промазала флешка. Здесь нам понадобится один, так что остальное в систему. Он еще нам пригодится. Дальше нам понадобится, в общем, кор. Ой, на него нету у меня обжаренного кварца. Кварц. Почему я не сжарю себе целый стек этого кварца? Скажите мне, пожалуйста. Я не знаю, почему я этого не сделала. Я же так люблю черный кварц. Обмазывайся им, флешка. У тебя есть теперь возможность обмазываться им просто. Есть, ядро сделали. Также нам понадобится сюда магическое дерево. Magical Wood в количестве 2 штук. И еще нам понадобится помпа. Нам понадобится 2 эндер помпы. Чего-то не хватает. Что-то пошло не так. Чего не хватает? Не хватает алмазов и ведра с лавой. Серьезно, алмазов не хватает? Да, потому что все в блоках находится. Я же все сложила в блоки. И, в принципе, у меня не так много алмазов после всех этих телодвижений. И также мне не хватает вот этого счастья. Ну, я просто наберу, наверное, 2 бакета. Бацкета. Хотя надо бы закинуть в систему немножечко эссенса. Итак, бацкет, бацкет. Есть. Но это тоже еще не все. Там еще был один загадочный блок. И его надо будет тоже в количестве 2 штук. Хорошо, помп мы сделали. И последний наш герой, это, собственно, Квари из Билдкрафта. Нам опять понадобятся Diamond чипсеты и Diamond пиксели. Diamond пиксели. Хорошо, значит, делаем сразу 2 лопаты. Хотя я это руками быстрее сделаю. Даймонды. 2 кирки. И 2 топора. Это все закидываем в систему. И делаем 2 diamond пикселя. Хорошо. Что еще надо? Еще надо опять-таки 2 diamond чипсета. Это уже на этого зверя. Так. И нам нужны шестеренки. Luminum, Mana Infused, Ferrous. Итак, Ferrous. Ferrous. Шестеренки есть. Люминум. У меня нету шестеренок, но я могу их сделать. И также нам понадобится мана инфьюз шестеренки. Тоже надо сделать. Мана инфьюз шестеренки. Все. Все дело за шестеренками. И это уже делается через... А, нет, через QED.
Я почему-то подумала, что через наш лазер. Хорошо, делаем сначала мана инфьюзнутые, а потом люминум шестеренки. Вот сама ирония, то что карьеры из билдкрафта вы делаете через QED, а карьер из механизмов вы делаете через, грубо говоря, билдкрафт. Ой, все. Теперь только запомнить, как это все расположено. Значит, воротничком это у нас феррус. Здесь у нас чипсеты. Люминум идут снизу. Здесь идут мана инфьюзд. А тут отправляются пиксели. Красота. Красота. Но за что мне нравится Assembly Table, то что там не надо выкладывать рецепт. Вы просто накидываете скопом все ингредиенты, которые нужны для данного рецепта. И он сам знает, что ему делать. А вот QED бедненький не знает. У него все посложнее. И чисто ради интереса посмотрим, сколько энергии оно берет. Оно берет 6 миллионов энергии. Да, чтоб вам хорошо было. Я это все сюда закинула. Нет. Да, Ender Quarry. Господи, я уже испугалась, что чего-то не хватает. Ждем. Итак, последний пазл нашей мозаики готов. Прелестно. Так, заберу все эти чипсеты. Я их постоянно подкидываю, докрафчиваю. К сожалению, у них нету EMC. Возможно, в циркуитов есть. Циркуит... Нет, как они там? Процессоры, точно. У процессоров есть EMC. Все, можно успокоиться. Итак, вставляем последний кусочек нашего пазла. Та-дам! Digital Miner! Здравствуй, мой хороший! Как я тебя давно ждала! Просто слов нет. Также мы выполнили вот это задание. Вот, отлично. Больше сердец, богу сердец. Также просто крутые сумочки. И в принципе, теперь я смогу выполнить вот эти задания на демоническую сталь. Вот так. Стил. У меня ее даже нету. Мне кажется, что у нее есть EMC. Давайте посмотрим. Стил. Да, у нее есть EMC, вплоть до последней, так что вот через этот сундучок можно будет ее сделать. А это значит что? Это значит, что вот это поле я уже могу сносить. Вот, оно мне больше не нужно. Хотя, оно меня не сильно напрягает, а как ни крути, вот эта Temperio Essentia, у нее там много EMC. Хотя можно его заменить на что-то другое. Нет, я думаю, что будем заменять. Хотя я уже вырыла комнату под это. Отлично, отлично. Что у нас осталось? Давайте посмотрим, какие у меня еще есть сердца. У меня есть вот две половинки еще. Так что эти сердечко пускай еще подождут. А вот еще половинка есть. У меня везде какие-то сердечки хранятся. Это сколько у нас же? 21 жизнь? Это 22. Ну, пускай здесь лежит. Ну и самое время пооткрывать сумочки, да? Как вы думаете? Я думаю, что время пооткрывать сумочки. Посмотреть, чем же нас порадовали. А в следующей серии мы уже займемся RF-тулсами. И пойдем дальше по Quantum Flux и так далее. Там есть чем заняться. Теперь задание выполнять будет намного проще. Итак, Basic — это у нас всяческие приколюшки. Без комментариев. А это уже интересно. О, а хилит игрокам, когда надето. Интересно, интересно. Для начала вот такие вот награды из этих артефактов очень-очень полезны. Всякий-всякий хлам, который, в принципе, теперь можно пускать на EMC. Что я, наверное, и буду делать. Вот как всяческие вот эти... Где же вы? У пластинок нету EMC, кстати. А что я хотела на EMC пускать? Я, кстати, могу теперь зевицу броню размножить. Да. Как интересно. И здесь у нас ликвид компрессор. Прекрасная вещь. Эй, это очень даже вовремя. Смотрите, это как с намеком на то, чем мы будем заниматься в следующей серии. Очень и очень вовремя. Что еще хотела взглянуть? Я хотела взглянуть, есть ли в Террастале EMC. Нет, в Террастале нету EMC, надо обязательно делать семечку, если мы хотим дальше что-то делать из Террастали. А мы можем посмотреть, куда используется Террасталь еще. Ну, всяческие ботаниевские приколюшки, это однозначно. Конечно, для призыва Гаи тоже понадобится.
А где еще? Нет, нет. Ну, в принципе, нигде особо она больше не понадобится, поэтому можно и не заморачиваться с семечкой. Это что, я так разгрузила свою сеть? Прелестно, прелестно. Я даже не знаю, чем я буду заниматься. Я, наверное, буду брать какие-то мелкие вещи, которые мне не очень нужны, и буду их сжигать на то, чтобы получить то, что мне надо. Потому что вот эта прелесть у меня теперь будет работать круглосуточно. Это я вам обещаю. На этом все. С вами была Флешка с философским камнем. Теперь мы будем творить просто чудеса алхимии. И всем пока-пока.